ставили перед собой задачу уничтожения Украины? Нет, конечно. И нет необходимости в массированных ударах. Но во всяком случае сейчас, пока. Ну а там видно будет. Мягко говоря. Но это все то же самое, мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно. Прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума, разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать. Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет.